Собрал я все буквы Fortnite, и у меня открылся секретный скин Сарана. Легендарно, грациозно и опасно, словно гадюка. Входит в набор «Совершенный стиль». Вот такая вот у нас Сараночка, у нее еще есть стили, но в данный момент стили для меня закрыты. И для Сараночки у нас есть какие-то испытания, а именно можно найти украшение на спину. Давайте пойдем и возьмем это украшение. Погнали. Ну что, ребят, что скажете про Сараночку, сразу пишите в комментах. Мне кажется, топовый скинчик, а самое главное, он очень худенький и маленький. Поэтому в нем будет играть очень даже клево. Поэтому я доволен секретным скином. Даже в таком ракурсе я очень доволен. Сейчас мы пойдем и заберем бэкпэк на секретный скин. Что я вам хочу сказать, ребят. Интересно, эпики сделали в этом сезоне. Потому что секретный скин мы знали, как будет заранее выглядеть. Как можно было посмотреть, как Сараночка будет выглядеть раньше, чем обычно. Поэтому я бы не сказал, что это прям какой-то секретный скин. Но он так называется с тех сезонов. Если раньше там реально секретный скин открывался прям в день, когда вы выполните определенные испытания, то сейчас как-то полегче. Ну и забрать его тоже, соответственно, легче. Потому что, чтобы получить секретный скин, нам нужно просто иметь Battle Pass и собрать все буквы. Ну, все буквы заданий Fortnite, тогда открывается у нас секретный скинчик. Ребята, пишите в комментариях, открыли ли вы Сарану, как она вам. По-моему, очень даже эффектная леди. Симпатичная, красивая девочка. Так, в общем-то, где находится у нас бэкпэк? Гигантские градирни, показывают точку, север, гигантский градирн. Но чтобы забрать его, вам нужно одетым быть именно в Сарану непосредственно. Вот, по-моему, вот это у нас и есть то, что нам надо. Подходим, подобрать. Опача, все, мы забрали, у нас бэкпэк есть. Так, бэкпэк у нас на месте, каждому вражескому отряду по яду. Вот так вот он выглядит, давайте его зацепим, он очень маленький, симпатичный. И посмотрим в испытаниях, что там еще. И осталось еще одно задание, найдите кирку, спрятанную на экране загрузки, нарастающий хаос в экипировке Сараны. И пошлите сразу же кирочки заберем. Ребят, продолжаем экипировать нашу Сараночку, теперь мы заберем для нее кирочку. Чтобы забрать эти замечательные две кирки, нужно лететь вот на эту гору, меточку я поставил. Недалеко от одинокого озера ставим меточку на эту гору и летим прямо на точечку. По идее, там мы заберем сейчас кирочки. Но, еще раз скажу, чтобы забрать и бэкпэк, и кирки, вы непосредственно должны быть одеты в экипировку Сараны. Если вы вдруг полетите в каком-то другом скине, вам просто не засчитают. Ну, вам будет написано просто, прилетите сюда в другой раз, абонент занят, или так далее, что-то такое. Вот они, кирочки. Прилетаем, вот так вот они красивенько выглядят. Просто нужно прилететь и подобрать. Все. Так, дамы и господа, давайте выставим, чтобы у нас был full set. Вот такие вот кирочки у нее есть. Но это еще не все, у нее еще должны быть стили. Друзья, давайте еще заберем секретные стили для этого скинца. Одеваем ту же самую Сараночку и летим на фатальную фермочку. Как классно, да? Я как прям рэпер какой-то. Сараночку, фермочку. Сейчас мы получим стиль. Все, что нам нужно, это, как я понимаю, запрыгнуть в сено. Вот оно, сено на фатальной ферме. Его очень и очень много. Просто нужно прилететь и занырнуть туда. Бэмс! И все, найдите секретную экипировку. Секретная экипировка найдена, друзья мои. Друзья, чтобы открыть следующий стиль для Сараны, нам нужно приземлиться. Ну, в любой, в принципе, их по карте очень много разбросано. Я именно зайду на приятный парк. Вам нужно просто запрыгнуть в мусорку, и у вас откроется еще один секретный скинец, стиль точнее, на Сараночку. Все. Ну все, дамы и господа, я вам все рассказал, все, что знал, поэтому я думаю, вы поставите мне лайк. Обязательно подписывайтесь и делайте подписочку именно с колокольчиком, чтобы вам приходило уведомление. Ну и можете поддержать меня моим тегом автора. Все, всем удачи, хороших каток, удачи, пока!